Привет, друзья! У-ху-ху. Привет из солнечного Кущино. Оно реально сегодня солнечное. Сегодня солнечная погода. Выбежал я на пробежку. Вчера был кач двухчасовой. Ну, там 2:20 даже. Но сегодня я побежал. Бегал медленно, но верно. Как Титаник, который идет к своему айсбергу. Верным курсом. Неизбежным. Вот. Было по суше. Я почистил снег свои ботинки. Вот они такие хорошие теперь. То были все в глине, которую я в прошлый раз перепачкался. С утра было чуть подмерзло, подморозило. И, короче, бегать было хорошо по твердому. Практически даже вот возле сигары, там где слякоть, там подмерзло. Я уже опять в глину не попал. Вот. Но, наверное, весенняя распутица опять нас ждет. Нужно как-то понять, как там бегать в этой сигарете, чтобы не испачкаться в эту грязь. Вот. Бегунов я не встречал практически. Бегал в гордом одиночестве. Ну, потому что среда и поздно уже. Вот я сегодня поспал немного, потому что вчера работал до 12 почти. Да, 11:30. Вчера была, кстати, очень интересная задача по 1С. Надо блогеру сказать. Вот. Ну, как-то так. Ладно, всем физкульт, привет из Кучино. Пока-пока, подписывайтесь, ставьте лайки.